Пускай вершат на дне обряд, поют за упокой, а самый царственный скорбят о юности такой. Ленор, маленькая мертвая девочка. Оборванец. Мне нравится этот мишка. Он совершенно особенный. Мистер Пипи. Мне нравится эта странная игрушка. Не то, что этот старый, глупый, рваный медведь. Ой, у тебя тут ручка болит. Сейчас я починю. Наконец, я свободен. Ты моя спасительница. А кто ты? Я оборванец. Вечное проклятие вампира. Много лет назад я занимался своим делом. Берегись оборванца. Фелиция, моя сестра! Будь проклят! Послушайте, мадам, прошу прощения за вашу сестру. Но вы не можете меня убить, я бессмертен. Я и не собиралась тебя убивать. Это моя история. 100 лет я был без движения, как эта кукла. Понимаешь ли ты мою боль? Ты, милый. Ты проходила мимо и подобрала меня. Ты выглядела иначе. Наверное, ты была живой. В любом случае, твоя капля крови сняла проклятие ведьмы. И я бесконечно благодарен. Но теперь, когда я ожил, мне нужна... кровь! Кажется, я по-прежнему кукла, да? Что-то не так. Твоя кровь должна была превратить меня в того, кем я был раньше. Что-то не то с твоей кровью. Я была забальзамирована. Теперь я навечно останусь в этом виде. Что мне делать? Я ведь самый страшный убийца в мире. Еще чаю, мистер оборванец. Да. Озвучено по заказу телеканала «Дважды два».